Всем привет, меня зовут Оля, и я тренер онлайн-студии Reboot Life. Сегодня я проведу для вас силовую тренировку Lower Body на низ. Она будет длиться 30 минут. Итак, вас ждут два блока. В первом блоке у нас три круга, в круге 10 движений. В первом круге каждое движение мы работаем 20 секунд, 10 отдыхаем. Второй круг 30 работаем, 15 отдыхаем. И третий круг 40 секунд работаем, 20 отдыхаем. Во втором блоке нас ждут 4 упражнения, которые мы будем выполнять по минуте каждое. Для работы нам понадобится пара гантелей. Девушки берем от 3 до 8 килограмм, мужчины от 8 до 14. Но если вам позволяет ваша подготовка, вы, конечно, можете брать еще больше. Итак, друзья, первое упражнение, с которого мы с вами начнем, это приседание с выходом на носки, верхний таз. Она будет у нас разминочная. Итак, 20 секунд работы, 10 отдыхаем. Наш первый круг. Будьте готовы. 3, 2, 1. Работаем. Присед, выход на носки, верхние точки. Стопы ставим на ширине плеч, лопатки вместе, взгляд вперед. Вниз вдох, вверх выдох. Стараемся опускать таз ниже параллельно. Выдох, вниз вдох, вверх выдох. Итак, следующее упражнение. У нас всего 10 секунд отдых. Мы берем в руки гантели. Это приседание с широкой постановкой ног. Можно взять одну гантель, либо работать с двумя. Поехали. Стопы ставим шире плеч. Взгляд вперед. Следим, чтобы колени выходили, не выходили за носки. Смотрели строго в сторону ваших носков. Уводим таз назад. Грудь раскрыта. Взгляд вперед. Здесь тело на пятке. Отлично, отдыхаем. Следующее упражнение. Работа будет только на левую ногу. Выпад назад и добавление кика. Приготовились. Только левая нога. Левая спереди, правая уходит назад. Выдох. Вниз вдох, вверх выдох. Переднее колено, угол 90 градусов. Задним коленом стараемся опуститься как можно ниже пол, но пол не касается. Отдых. Следующее упражнение – это тяга. И добавляем диагональный выпад. Будьте готовы. Румынская тяга. Диагональный выпад. Гантели скользят у нас по бедрам, по голени. Уводим таз назад. Лопатки вместе. Сохраняем естественный прогиб поясницы. Друзья, следующие три упражнения у нас также работает левая нога. Это будет пульс. Левая остается спереди. Мы будем делать три коротких пульса и подниматься наверх. Раз, два, три, вверх. Раз, два, три. Короткая амплитуда движения. Но следим, чтобы переднее колено сохраняло угол 90 градусов. Колено не выходит за носок. Три повторения, выпрямляемся. Отдых. И финальное упражнение. На левую ногу. Ягодичный мостик. Оставляем одну гантель. Левая нога у нас работает. Правую ногу мы кладем на бедро. В нижней точке полностью опускаем таз вниз. Выдох. Таз подворачиваем под себя. И не прогибаемся в пояснице. Вниз вдох. Вверх, выдох. Это финальное упражнение на левую ногу. Далее всю ту же самую работу мы с вами повторяем на правую. Фу. Итак, выпад, кик. Правая нога спереди, левая уходит назад. Выпад назад. Назад. На выдохе мы зажимаем ягодицу опорной ноги, в данном случае правую. Вниз, вдох. Вверх, выдох. Не забываем жесткое колено. Отдых. И далее тяга и выпад бок. Фух. Немножко отдышались. Наклоняемся вниз. И теперь левая нога уходит за правую ногу. Ноги вместе. Диагональный выпад. Гантели опускаем чуть ниже колена. Заднее колено, уходя назад, уходя в сторону. Стараемся опустить как можно ниже. Таз зафиксирован. Отдыхаем. Отлично, молодцы. Дальше пульс.
Правая нога у нас спереди, левую слегка ставим назад. Три пульса. Начинаем. Раз, два, три, вверх. Раз, два, три, вверх. Слегка наклоняем корпус вниз. Таз остается немного наверху. Следим за коленом. Колено не выходит за носок. Весь тело на пятке. Продавливайте себя пяткой. Спина вперед, подбородок не опускаем. Ну что, финальное упражнение в нашем первом круге. Ягодичный мостик. Гантель на низ живота. Поехали. Левая нога у нас лежит на бедре. На выдохе поднимаемся вверх. На долю секунды зажимаем ягодицу вашей опорной ноги. Друзья, не сдаемся. Далее нас ждет отдых. Но не забываем, что первый круг у нас легкий, разминочный. Всего 20 секунд мы работали. Отлично. Ну что, команда, минута отдыха. И далее наш второй круг. 30 секунд работаем, 15 отдыхаем. Будет уже немного тяжелее, попейте воды, если необходимо. Немного отдышимся. Ноги отлично у нас уже поработали, разогрелись. Не забываем первое упражнение. Приседание с выходом на носки. У нас с вами еще 20 секунд до начала. Напоминаю, 30 работаем, 15 отдыхаем. Это второй круг. Будьте готовы, будет уже веселее. Всего 15 секунд. Друзья, 10, 10. По желанию вы можете первое упражнение выполнять с дополнительным весом, если вдруг вам показалось очень легко. Ну что, команда, 3, 2, 1, работаем. Присед, выход на носки. Следим, чтобы наш таз опускался ниже параллели, нижней точки. Если у вас есть противопоказания по здоровью, вдруг травма коленей, тогда можно выполнять в полуамплитуде это движение, просто уводя таз назад. Подворачиваем верхние точки таз. Слегка под себя. Мышцы пресса максимально напрягаем. Смотрят вперед. Отлично, отдых 15 секунд. Далее нам пригодятся отягощения. Одна или две гантели на ваше усмотрение. И приседание с широкой постановкой ног. Стопы ставим шире плеч. Лопатки вместе, грудь вперед. Работаем. Вниз-вдох. Вверх-выдох. Зажимаем ягодицы верхней точки. Наверное, чтобы вам было более наглядно. Сильные ноги, жесткие колени. Колени зафиксированы. Они у нас не заваливаются вовнутрь, весь тело на пятку. Итак, финальные секунды. И мы отдыхаем. Отлично. Ну что, друзья, работаем на левую ногу. 4 минуты. Левый уходит вперед. Выпад назад, кик вперед. Будьте готовы. Дышим. 3, 2, 1. Работаем. Выпад, кик. Выпад, кик. На выдохе не забываем. Зажимаем ягодицу опорной левой ноги. Мышцы пресса держим напряжение. Если вдруг вам легко, наверху вы можете выпрямлять ногу. Бам! Делая более мощный резкий удар. Отдыхаем. Отлично. Румынская тяга и боковой выпад. Стопы вместе. Плечи назад. Дышим полной грудью. Взгляд вперед. Шея продолжение корпуса. Отдыхаем. Ну, начинаем работать. Оп. Выпад диагональ. Стопы вместе, таз назад, колени мягкие. Следим, чтобы ваша поясница не округлялась. Максимально ровно. Сильно низко не опускаемся, гантели чуть ниже колен. Левая нога спереди, работаем только ей. Отлично, отдых. Ну что, дальше пульс. Три коротких движения. Фух.
Здравствуйте, друзья, не расслабляемся. Я знаю, вы уже разогрелись, так же, как я. И начали. Раз, два, три, вверх. Раз, два, три, вверх. Если вдруг вы теряете баланс, можете сделать степ вперед, немного отдохнуть, сосредоточиться и возвращаться обратно. Раз, два, три, вверх. Раз, два, три, вверх. Три коротких выдоха. Бам, полностью выпрямляемся. Отлично. Итак, ягодичный мостик. Финальное упражнение на левую ногу в этом раунде. Есть отличная возможность полежать, поваляться, перегрузить свою голову. Начали. Выдох. Вниз. Выдох. Вверх. Подворачиваем таз на себя. Никаких дополнительных прогибов поясницы мы с вами не делаем. И стараемся, чтобы ваша гантель не каталась, а была зафиксирована в одной точке. Друзья, держимся. У нас впереди еще полкруга. Чуть меньше. Нам нужно доработать правую ногу. Вдох. Отлично. 15 секунд. Выпад кик. Правая нога спереди. И по желанию можно добавлять бам, удар прямой ногой. Поехали. Выпад назад. Кик. Зажимаем ягодицу правой ноги. Заднее колено стараемся опустить как можно ниже. Пол не касается. Мышцы пресса держим напряжение. Жесткая спина. Жесткий корпус. Мощно. Сильные ноги. Сейчас переходный второй круг. На третьем круге обещаю будет еще веселее. Фух, отдыхаем. Еще румынская тяга и духовый. Дышим, дышим, дышим. Используем каждую секунду по назначению. Поехали. Тяга. Тяга. Ноги вместе. Выпад второй. Следим, чтобы ваш таз не убегал за задней ногой, а был зафиксирован. Выдох. Отталкиваемся двумя ногами вверх. Сильные ноги. Включаем работу здесь наши ягодичные. Жесткая спина. Отлично. Ну что, два упражнения в этом круге у нас остаются. Короткий пульс. Не расслабляем спину. Грудь открыта. Плечи назад, взгляд вперед. Поехали. Раз, два, три. Добавляем приставной шаг. Если вам тяжело держать равновесие. Жесткая стопа. Чувствуем работу наших ягодиц. Короткий выдох вверх. И можно остаться на него. Раз, два, три. Выпрямляемся. Раз, два, три. Выпрямляемся, друзья, не сдаемся. Давайте, у нас отличная возможность сейчас будет поваляться. Итак, правая нога стоит на полу. Левую мы кладем на бедро. Фух, держим гантель. Ну что, собрались. И оп, выдох. Вниз вдох, вверх выдох. Boys and girls, я вас верю. Но сейчас будет 1,5 минуты отдыха. Это хорошее время, чтобы восстановиться перед финальным кругом, который будет длиться 40 секунд. Выдох. Сжимаем ягодицу. Выдох. Долю секунды на верхней точке продавите ягодицу. Прочувствуйте максимально нашу целевую мышцу. Воп, отлично. Ну что, я поздравляю вас. Второй круг уже позади. 1,5 минуты. Попейте воды. И собирайтесь морально к нашему третьему кругу. 40 секунд. Это приличное время. Рассчитывайте силы и старайтесь работать в одном темпе. Держать дыхание ровным. Даю вам и себе отличную возможность хорошо отдохнуть. Фух. Ну что, минута, друзья, минута. Здесь очень важно настроиться морально.
Не переживайте, 40 секунд – это большое время, тем более мы уже с вами выполнили достаточно работу. Старайтесь следить за техникой. И если вы чувствуете, что вы доходите уже до отказа, немножко заранее остановитесь и отдохните. Сделайте пару вдохов-выдохов, но доработать вы эти 40 секунд должны будете, а я вместе с вами. Ну что, 30 секунд. Фух, я тоже настраиваюсь. Друзья, не расслабляемся. Следим за техникой, она нам здесь нужна. Я понимаю, что мы все устали, наши мышцы уже работают в отказ, но третий круг – это показатель ваших возможностей. Ну что, команда? 3, 2, 1. Работаем. Присед, выход на носки. Если у вас остались силы, вы можете взять в руки дополнительный вес. Если вдруг вам показалось мало, и вы уверены, что вы отлично доработаете третий круг. Продавливаем ягодицы верхней точки, но следите, чтобы ваш таз при этом не убегал вперед. Ровно принимаем нейтральное положение тела. Команда, финальные секунды. У нас хороший отдых по 20 секунд. Отлично. Фух. Силовая работа. Нам понадобится далее гантели. Не забываем приседания с широкой постановкой ног. Фух. Если вам уже тяжело, можете работать без гантелей или оставаться с одной. Но я буду вас мотивировать работать с двумя. Фух. Выдох. Стопы ставим шире плеч. Не забываем, держим спину. Даже если она у вас устала, не заваливаемся на стоп. Мышцы пресса держим в напряжении. Плечи назад. Лопатки вместе. Следим, чтобы таз у нас опускался. Чуть ниже параллели. Вниз вдох. Вверх выдох. Отталкиваем пяткой от пола. Финальные секунды. Отлично. Ну что, левая нога. 4 минуты работы на левую ногу. Фух. Друзья, я с вами. Фух. Собрались. Финишем. Плечи назад. Левая нога спереди, работаем. Выпад назад. Тик. Назад. Тик. Я знаю, что вам наверняка уже тяжело, но старайтесь держать стабилизацию своего тела, не заваливаться. Вдох. Следим, чтобы колени не заваливались у нас вовнутрь, смотрели строго вперед, туда же, куда смотрят ваши носочки. Так, у нас уже финальные секунды. Отлично. Тяга. И выпад бок. Фух. Горячая тренировка. Стопы ставим вместе. Не забываем плечи назад. Грудь вперед, взгляд вперед. Подбородок не опускаем. И настраиваемся. Тяга. Выпад. Поднимаемся вверх на выдохе. Двадцать секунд. Дорабатываем наши любимые ягодицы. Команда, не сдаемся. Бам. Вниз. Бок. Отлично. Ну что, пульс. 3 счета. Левая нога спереди. Дышим. Дышим, дышим, дышим. Уверена, что ваше дыхание сбилось так же, как мое. Значит, вы отлично работаете. И раз, два, три,
Либо приставный шаг, либо просто тянем сверху. Раз, два, три. Давим так в пол. Если что, это я про левую ногу. Три. Раз, два, три. Бам! Меньше 20 секунд. Не сдаемся. Далее наше любимое упражнение. Лежа. Финальное на левую ногу. Раз, два, три. Бам. Раз, два, три. Бам. Отлично. Ну что, немного поваляемся. Итак, левая нога стоит на полу. Правую мы закидываем на бедро. И настраиваемся на финальную работу на левую ногу в этом блоке. Поехали. Выдох. Выдох. Не забываем, подворачиваем таз слегка под себя. Задняя поверхность бедра. Ягодицы подключаются на здесь работу. На долю секунды зафиксируйтесь в верхней точке. Прочувствуйте целевую мышцу. Выдох вверх. Не знаю, как ваши ягодицы, но мои уже трясутся вовсю. И вздох, вверх, выдох. Отлично, мы закончили с левой ногой. Не сдаемся. Впереди еще работа на правую ногу. Фу. Собираем наши последние силы. Кулаки. Кулак. Итак, правая нога у нас впереди, левая уходит назад. Работаем. Назад. Ба. Продавливаем ягодицы правой ноги. Мощно. Мощно. Лопатки вместе. Мышцы пресса максимально напрягаем. Плечи назад. Взгляд вперед, подбородок не опускаем. Бам. Бам. Ну что, команда, финальные секунды. Держимся, держимся. Фух, есть. Тяга, боковой выпад. Дышим, дышим, дышим. Третий круг явно на характер. Я верю, что он у вас есть. Фух, ну что, собрались с духом? Стопы вместе, поехали. Тяга, левую ногу уводим за правую. Выдох вверх. Выдох, оттолкнулись. Взгляд вперед, подбородок не опускаем. Лопатки вместе, сохраняем, естественно, прогиб поясницы. Не округляем ее, натягиваемся как струнка. Меньше 20 секунд. Дышим, 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 дышим. Еще одно повторение. Бам! Отлично! Ну что, у нас остается два финальных упражнения. И на этом мы закончим наш первый блок. Ух. Давайте, друзья, собираемся духом. Пульс, три счета. Итак, будьте готовы. Три, две, одна. Раз, два, три. Степ, либо останемся в верхней точке. Раз, два, три. Таз назад, корпус слегка наклоняем вниз, животом мы как бы тянемся к бедру. Выдох. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И остаемся в верхней точке. Раз, два, три. Любой из предложенных вариантов. Все для вас. На ваше усмотрение. Заключительные секунды. Ух, есть. Финальное упражнение. Мостик. Правая нога. И будем прощаться с нашим первым блоком. Ух. Но не забывайте, у нас еще впереди второй. Собираемся духом, духом, силой. И начали. Правая нога на полу.
левая на бедре. На долю секунды фиксируем верхние точки, подворачиваем таз под себя, напрягаем мышцы пресса. Вниз вдох, вверх выдох. Come on, boys and girls, мы не сдаемся, чуть-чуть осталось. Держимся. Все, отлично. Ну что, первый блок позади. Отдыхаем минуту и 4 минуты. Работа с собственным весом тела. По минуте каждое упражнение будет 2 упражнения на одну ногу и 2 упражнения на вторую ногу. Пока дышим. Итак, команда, 30 секунд. Мы будем работать с вами в горизонтальном положении, как я уже сказала, собственным весом тела. И первое упражнение. Ставим на 3 точки и уводим левое бедро в сторону. С этого мы начнем. Итак, 10 секунд. 2 упражнения на одну ногу, 2 упражнения на другую. Работаем по минуте. 3, 2, 1. Начали. На выдохе поднимаем бедро. Сохраняем естественный прогиб в пояснице. Взгляд вперед, шея, продолжение корпуса. Также на долю секунды зажмите ягодичную мышцу, прочувствуйте. А затем опускайте. Без остановки работаем. Ногу не опускаем на пол, она у нас постоянно остается на весу. И между левой и правой ногой оставляем небольшое расстояние. Не сводим ноги вместе. Итак, у нас еще 30 секунд. Добивочный блок, назовем его так. На выдохе вверх, стараемся не заваливаться в правую сторону. Жестко зафиксирован корпус. Итак, 10 секунд. Доделываем. И следующее упражнение. Максимально у нас прямая нога. Мы встаем в планку и поднимаем бедро вверх. Начинаем. Выдох. Короткая амплитуда движения. Руки перпендикулярно полу. На выдохе максимально зажимаем наши ягодицы. Пятка тянется в потолок. Если вам тяжело, вы можете работать с колен. Понимаю, что ко второму блоку наверняка уже все устали, поэтому даю вам на выбор 2 варианта. Либо в упор лежа планка, либо с колен. И, друзья, у нас здесь нет задачи закинуть ногу как можно выше. Ваша задача максимально сохранить, сжать ягодицу, прочувствовать нашу целевую мышцу. Итак, 20 секунд у нас остается, и всю ту же самую работу мы проделаем на другую ногу. Короткий выдох вверх. Ногу мы на пол не опускаем. Она у нас на весу. И 3, 2, 1. Смена ноги. Теперь мы правую ногу отводим в сторону. Ноги не сводим вместе. Также по минуте мы работаем. Верхние точки зафиксируйтесь. Буквально на долю секунды. Просто прочувствуйте мышцы. Шея, продолжение корпуса. Взгляд можно опустить вниз, но голову при этом не опускаем. Отлично, продолжаем работать. У нас остается еще 20 секунд на это упражнение. После чего мы переходим к нашему финальному на сегодня из положения планки. Итак, друзья, 10 секунд. Бам, бам. И 3, 2, 1. Ставим в планку и поднимаем теперь правую ногу наверх. Зажимаем ягодицу, короткая амплитуда движения. Не забываем, прочувствуйте ягодичную мышцу.
Если устали, если вам уже тяжело, я уверена, что вам уже тяжело, можно менять позицию, опускаться на колено. Пяткой тянемся в потолок, носок натянут. Всего 30 секунд у нас остается до конца. Boys and girls, не сдаваться. Я с вами. Отлично. Финальный 15 секунд. Всего 15 секунд продержаться. Не прогибаемся в пояснице. Напрягаем мышцы пресса. И 3, 2, 1. Все. Отлично. Мы закончили тренировку. Давайте с вами немного потянемся. Левая нога, выводим бедро. Задняя нога максимально стараемся выпрямить и продавливаем таз вперед. Левое колено уводим слегка в сторону. Отлично, перекатываемся. Левая нога уходит на пятку, носок на себя. Животом тянемся к бедру, стараемся дотянуться руками до носка. Ух, надеюсь, ваши ноги дрожат так же, как мои сейчас. Отлично. Смена ноги. Правая нога уходит вперед. Левая стоит на колени. И продавливаем таз вперед. Левая нога прямая. Работа на ноге. Отлично разгоняет наш метаболизм. Носок на себя, перекатываемся, весь тело на пятку. Аккуратно поднимаемся наверх. Берем сюда за стопу. Тянем переднюю поверхность бедра. Смена. Делаем глубокий вдох. И сбрасываем. Выдох. Стекаем вниз. Остаемся в нижней точке. Потрясите руками, ногами. Максимально снимаем с себя напряжение. Трясем, трясем, трясем. Останавливаемся. И медленно, с круглой спиной, позвонок за позвонком, мы поднимаемся наверх. Голова в конце. Расслабляем плечи. Ну что, друзья, наша тренировка на сегодня закончена. Встретимся с вами в онлайн-студии Reboot Life.